Руки вытянули противогазы советского образца. Я предполагаю, что это чистили сейчас этот мост, мужики, и выкинули вот такие противогазы. Между прочим, вот такие противогазы-то еще и поискать надо. Вот такие вот штуки-то, они, во-первых, смотрятся четко. Но почему-то их три. Дело в том, что я видел, что один парень чистил мост, а здесь три намордника, и достаточно такие страшные. А вот этот намордник, я вам рассказываю, это командирский. Он, видите, у него это, вот эта штучка, планка, это чтобы давать команды, мембранно. Он дает команды подчиненным, его слышат. А вот здесь даже прорезь для ушей есть. Обалдеть просто, слушай, это эксклюзив полный. Нифига, они чистые внутри вот эти. Второй размер на маленький череп. Вот это третий У. Вот это большая шапка. Он тоже чистый. Абсолютно новый противогаз. Странно. Тут все чисто тоже. И третий вариант. Тоже маленький 2У Т-77 Ф-113. Очень необычная вещь, конечно, такая. И судя по резине, их не одевали на морду лица, их не натягивали. Удивительные вещи, конечно. Ты видел, блин? В мусорном ведре три противогаза лежит. Сань, и абсолютно новый внутри. На такой. Рогатке хорошо идет эта штука. На рогатке? Да. Ну, вот этот центральный мы вырезали в детстве, помню. Давай сделаем еще. Все, ребят, все. Да, есть там, да? Саш!